мою ножку. Протираем носик. Брызгаем на нее. Почему мы брызгаем, а не на салфетку? Потому что вот это вот миксовые вот эти вот брызгалки, они как раз нормально и проникают сюда хорошо, и как раз все, что надо, делают. Все свои полезные свойства они оставляют на ноге. А салфеткой можем только так по волосам пройтись, если что. А тут оно прям везде. Коленочку сразу тоже обрабатываем. Немножко ножку приподнимем сразу сзади, чтобы клиента не крутить. Чтобы сзади уже потом не брызгать. Я сзади всегда только приталькиваю чуть-чуть, и все, чтобы лишний раз не это. Все, помыли ноги. Помыть там дальше? Ниже помыть ноги? Ну ладно, не будем. Тогда пальчики мы сегодня не будем там делать, ничего не будем. Только здесь, да? Хорошо, что нам хоть разрешила здесь нам свои ножки показать. Колючки свои. Так, пока убираю, потом отдельно сделать. Я с отдельно, может, поснимаю уже по-другому. Так, теперь дальше. Обязательно нам надо... Нам надо обязательно подсушить кожу. Потому что на мокрую мы хоть тальк и подсушивает, но все равно прям аж слазит у меня перчатка. То ли похудела, аллилуйя. Вот. На глазах клиента не должно быть грязных салфеток. Мы сразу их кидываем. У меня просто сейчас далеко, когда вы сами работаете. Смотри, я подсушиваю, сорбирую всю влагу. Влага должна вся подсохнуть, собраться. Вот. Сильно много ничего не убираем. Чуть-чуть. Смотри, теперь где волоски растут все вниз. По бокам они растут тоже все вниз. Сзади они растут вот отсюда туда, вот так, вовнутрь. Коленочка растет хоть и вниз, но здесь у нас есть такие складочки кожи, в которые паста вот из такого состояния срываться будет сложно. В увеличенном виде я это показываю, что ямка. Поэтому мы на коленке делаем вдоль вот этих складок. Иначе паста сложно. Коленка самая сложная для новичков. Бывает, что и мне сложно, когда там соли. Ну, тут дальше мы не будем. А здесь убирается все вокруг коленочки тоже. Ну вот, пальцы одела, чтобы волосы не торчат. Вот этот, голень. Голень называется. Голень. Так, теперь берем пасту. Ну, в данном случае у меня здесь... Сейчас посмотрю, она остыла. Берем пасту. Пасту. Смотри, сколько я беру. Вот столько. Я сейчас ее возьму. Ну, вообще мы должны на два пальца работать, с двумя пальцами, так как она мягкая. Сейчас попробую. Сможешь ли ты такой пастой работать? Так, на два пальчика, наверное, два вот так хватит. Не буду много сейчас брать. Это если бы я сейчас работала сама с ее ногой, то мне бы, наверное, хватило бы. Я бы побольше взяла. А, больше? Да. А смотри, вот нет, вот она слишком жидковатая. Ты не сможешь такой. Видишь, валики. Возможно, надо плотную добавить. Больно, нет? Нет. Я тут набрала восковые эти полоски. Мама дорогая. Я орала, мама, не горюй. Я же говорю, полоски, они болезненные сами по себе. Хоть с сахаром, хоть чем. Так, сейчас мы, значит, сделаем по-другому. Хотела по-другому научить тебя, но это... Не судьба. Паста слишком сладкая. Сладкая. Ну вот тут вот мне мешает вот эта перчатка, которая тянется в данном случае. Знаешь, что мы делаем дальше? Вот этот метод похож на глазурь итальянскую, да? Просто на мягкую пасту накладываем плотный кусочек и только там много, большую поверхность сразу намазывают. И вот сейчас мы сделаем такую микс-технику, мы немножко перемешаем. Прежде чем сорвать, мы натяжение делаем и отходим немножко назад. И резко. Нормально все? Да. Сейчас, моя хорошая, тут чуть-чуть у нас такой момент. Видишь, она вся залипла, эта паста. Это немножко не то, что мне нужно. Видишь, какие короткие. По идее, они их очень сложно удалять, эти волосы. Ну, такого размера, да, получается? Они короткие, забритые. Она же брила все время их. Зато у тебя ежиков сейчас не будет здесь. Сейчас, моя хорошая. Чуть длиннее были бы, они бы запросто быстро цеплялись бы. Так, сейчас пасту эту мы все перемешаем, наверное. Потому что это сильно плотно. Ну и продолжать надо будет густой, да? Сейчас мы посмотрим, и как раз она сейчас будет нормальная. Видишь покраснение? Потому что я силой тут дергаю, и волосок не так-то легко убирается. И паста еще добавок
не отлепляется. И сразу светлее становится нога. Убираются мертвевшие клетки кожи. Сейчас, моя хорошая. Терпимо все? Да, нормально. Сейчас, сейчас. Мешаю эту пасту. Надо убрать ее просто. Нет, эта паста хороша, знаешь, когда слишком плотная паста, и уже много волос, много пасты, потому что в пасте собирается и тальк, и омертвевшие клетки кожи. Зато ножка будет шикардесная. Разогрелась, здесь уже сложно. Вот тут как раз про залип, если рассказывать, это само то, что надо. Паста нагрелась много, да? Во-первых, она подтаяла. Угу. Я тут сейчас даже сорвать не смогу. Быстро. Бывает так. Сейчас, когда она мне будет нормальной консистенции, значит, нормально начнет работать. Просто сразу нужно было. Хорошо, берем вот отсюда, смотри. Чуть-чуть, ага. Тут уже будет нормально, смотри. Уже я уже ее не месю столько. Как я в первый раз, она слишком мягкая, очень быстро проникает, подтаивает. Вот уже хорошая консистенция. Раз, резко. Раз, резко. Раз, угу. Вот. И получается первый раз. Здесь идем. А, я сразу длинные веду, да? Надо короче. Сейчас, ладно. Я начинаю, как будто все, я работаю. Я забыла, что я девочка. Сейчас, ладно. Ну, тоже. Ты смотри и мотай на ус. Смотри, резко. Вот смотри, как у меня пальчик идет. Вот. Вот так вот дергать не надо вверх. Так, естественно, смотрим и можем еще разок пройтись. Видишь, кое-где тут. Угу. Ну, это совсем короткие ежики, они в данный случай могут просто подскакивать. И, естественно, могут вырастать в следующем разы. Еще раз пройдемся. Можно 2-3 раза проходить. Но сильно много, когда будет сильно покраснение. Еще пройдемся. Вообще, по идее, надо на кончик ставить. Пасту не месим, не заматываем никуда. Вот она. Лежит сама себе. Мягкая, растаяла, выше ушла. Так. А, смотри, после забритых волос следующая процедура будет колючая. Она вот мне сейчас немножко отрастут, они все равно будут колоться. Потому что не все волосы вышли. Пока они будут выходить у нее будет колючесть. 2-3 процедуры может быть колючесть выходить. Если бы она пришла с длинными волосами, не было бы гладко, идеально. Ты все сделаешь ей, и она уйдет, у нее долго-долго будет гладкость. Поэтому это очень важно. Так, сейчас вот здесь чуть-чуть. Короткие дорожки. Двумя пальчиками. Пальчики перпендикулярны поверхности кожи. Остальные пальцы все убрали. Мы сейчас учимся работать только двумя. Тут натяжение. Резко раз. Смотри, у меня улетает вся рука, локоть и плечо. Локоток, когда я работаю, у меня он всегда вперед. Натопырен. Я всю руку откидываю. Здесь не получится. Сейчас вот ты будешь слабо дергать, да? Но тебе надо научиться делать срыв резкий, прирезкий. Иначе будет больно на других частях потом. Опять ставлю здесь пальчики. Стык в стык делаем. Вот полосочку рядышком. И кожа белее становится, очищается. Как бы и пилинг одновременно, да? Пилинг, естественно. После загара тоже содираю весь пилинг. Тут иногда требует второго вмешательства, скажем так. Но когда длина волос, там уже можно... Пальчики, два пальчика. Резко, очень резко. Паста мягковатая. Ну-ка, ножку поставь вот так, не-не-не. Поставь, так. Вот так приподними, еще, вот так. Теперь смотри, коленочка. Все равно все это надо редактировать. Смотри, коленочку как. Вот так вот полукругом. Раз. Хочется прям остальные пальцы переложить. Ну, не надо, вот ты держишь вот так вот их. Отошла чуть дальше и сразу параллельно поверхности кожи. Срываем параллельно. Вот ножка поворот, и я делаю тоже ручку сюда. Я обхожу вот эту вот поворот ноги. Ну как? Коленки. Вокруг коленки, да. Ну, чтобы я повторяю форму ноги. Нормально все, Люба? Да. Так, смотри, волоски. Просто тает. Так, шевешусь. Медленно ставим пальчики и катимся, даем направление. Сильно не тянем пасту.
пока срывается, здесь все нормально. Я думала, сложнее будет их срывать, ну так как уже. Хорошо, вроде их хорошо чистит. Ну, сейчас начнешь, и мы посмотрим, как тебе хорошо. Ну, вы-то опытная. Как тебе хорошо будет чистить. Вы-то опытная. Нет, ну я понимаю, да. Все так смотрят, когда я делаю, говорят, да, херня, я тоже так могу. Начинают брать. Блин, у вас так легко, у меня не цепляется вообще она. Вообще. Нет, это что-то не то. Либо паста не та, или перчатки не те. Клиент другой. Нет. Нет, вы говорили, что это сложный волос. Вот у вас получается. Да. Ну, я просто про новичков говорю, что даже не новичкам, даже себе я не желаю таких волос, чтобы приходили клиенты. Я хочу, чтобы приходили с нормальной длиной волос, которая выросла и которые легко выйдут на поверхность. А эти... Надо недели две отращивать, да? Да. Ну, забритые, да. Потому что там много волос, которые не растут в данном случае. На самом деле волос у тебя будет на самом деле в два раза меньше. Это другие волоски еще растут. Когда делаешь процедуру, вот осеешь процедуру уже меньше в два раза. Просто двумя пальцами дольше все это делать. Ну, а чтобы поставить руку, этого нормально как раз. Нам надо научиться сначала двумя. Вот смотри, остаются, да, волоски? Угу. И локально на них. Не надо сразу всю ногу по 100 раз проводить. Есть волоски, на них наложила пасту. Топтышка, шарканье. На одном месте шарканье. Топтышка попеременно пальчики. Стресс. Лазь за ручку. Ножку, то есть. Чуть-чуть сюда. Смотреть надо. Можно, знаешь, как посмотреть, да? Выпрямить спинку. Не стоять все время согнутой. Выпрямила спинку. Иначе устает спина. Здесь опять проводим. Рядом стык-стык. Я даже, знаешь, не приглядываю. Сейчас я просто делаю. Потом я поближе подойду, посмотрю, что не так. Где-то я пропустил. Раз, на это место зайду. Главное, чтобы не все время в согнутом состоянии быть. Натяжение. Что еще? Да, тут надо, да, тут много где надо. Значит, что надо сделать? Значит, мы проводим медленнее и несколько раз, чтобы паста успела подтаять, спустить свой сироп к луковице, зацепиться, это понятно. Но она не выходит волосок от того, что не захватила паста. Можно вот так провести, даже оставить на какое-то время и поработать. Локально где-нибудь на волоски, там, где остались по одному волоску. Я снимаю опять то, что меня зацепило с другой стороны. Ну, приглядываться мы можем. Если какие-то волоски были короткие, я раз дернула, а он стал длиннее. А потом еще длиннее. Это значит, он подскакивает в данный момент, чего не нужно было бы, по идее, делать волоску. Остыла. Но здесь очень резко надо, она очень мягкая. А еще лампа греется. Фух. Неужели мы это сделали? Вот это вот мягкая это залипание, паста. Да, это залип есть. Мягкая сильно паста. Неправильно подобранная паста. Сейчас я немножко ее туда-сюда на волосы напитается, немножко тальпом, немножко давай так. Немножко тальп, немножко волос. И все. Красота какая, гладенькая ножка, да? Хотя, возможно, после ежиков еще и будет немножко залипать коленочка. Что там у нас снимает? Смотри. Да. Ногу расслабь. Все терпимо? Да. Говорила, так больно будет сейчас. Я думала, вообще будет больно. На руках более чувствительно, руки более нежные здесь кожа. Хотя волосок... полосок осталось. Да. А вот все так делают, да, даже после другого мастера, может быть, знаешь. Девушка пришла на бикини. Сама мастер, сама там хочет обучиться дальше. Вот я говорю, кто прошла базу, типа того, все. И где проходя? На дому. А, ну ясно. На дому. У какой-то девочки на дому где-то что-то есть, как-то... Есть, да, я по объявлению видела, но я считаю, что это нет. Нет, ну, ты можешь на дому, если у тебя, знаешь, она большой стаж. Она попала, возможно, если... обучилась, а так же если тебя все знают попала. Уже хорошо, да? Если тебе говорят, что вот там, вот это, ну, по разным причинам можно, знаешь, на дому. Я могу, допустим, поменять место, либо уйти и не найти другого, и... а клиенты говорят, мне надо. Я тут болела, мне клиентка Алла.
Я тебя заберу на машине, отвезу, привезу, свожу куда надо, пожалуйста, я завтра уезжаю, мне надо. Я говорю, ну что, блин, я болею. Она говорит, я не пойду к другому. Нет, я не пойду к другому мастеру. Ну давай, пожалуйста, хоть где. Может, у тебя можно? Я говорю, нет, у меня не надо. У меня нет возможности. Я тебя отвезу. Ну вот вышла я, она приехала за мной на машине, сделала ей все. И вот эта девушка, ну вот я стала ей губы, когда уже делать, она говорит, вы знаете, я вот отметила, что губы. Она так и спорила со мной, спорила. Вопросы каверзные задавала, что-то. То ли проверяла, то ли еще не знаю. А потом такая, наверное, это... Вот я поняла, что губы у вас, оказывается, правда не больно. Ну, чувствуется, говорит, ну не так, как вот делали мне вот в другом. Ну вот где-то там делали. Ну, слава богу, хоть чем-то я. Ну, в итоге она решила, что все-таки базу она пройдет у меня. Что там? Много волосков еще? Паста такая, знаешь, сейчас как пластилиновая такая стала. Ну, вот здесь уже хорошо, вот там под коленкой. Ну, тут мы еще, тут мы будем сзади делать. Поворачиваться? Конечно. Она ляжет на животик. Я на животике всегда засыпаю. Когда мне делают на ноге, я на животе, я сразу... Мне так приятно, не знаю, мне кайфово. Многие ходят, говорят, я тоже кайфую, когда мне делают. Ну, чуть-чуть так где-то больно, даже если такой, такой стресс небольшой. Ну, условно, спереди, смотри. Кровь гоняет. Я думала, что будет хуже, потому что сильно коротковатый волос. Нормально. Вот сколько здесь сантиметров? Миллиметров. 2-3, да? Да. Какие-то 3, ну, может быть, 4 даже есть. Ну, есть, но в основном как бы маленькие волоски. 3 миллиметра. 3 миллиметра есть, ага. Мы такие с глазомером. Мебельщики выше, да? Ну, выше, не выше, я выше. А ну-ка, ножку наоборот, вот сюда. Вот так, молодец. Ну, вот тут смотри, вроде бы как чисто, да? По миллиметрику. Наверное, они не убрали. Да? Они будут только сейчас подпрыгивать. Я их сейчас буду дергать, они будут либо подпрыгнуть, либо не знаю. Паста должна зацепить волос. Тогда она его... Вот если бы у нее длинный волос, мы бы... Так идеально бы сделали. Сразу надо убирать. Прям моментом. И она все уберется. Ну, еще вот так разок если сделаем здесь. Полосочку медленно. Наносим пасту медленно и плавно. Срываем резко. Натяжение кожи. Параллельно поверхности кожи. Пальчики перпендикулярно коже. Видишь как? Буква Т. Буква Т. Раз. Резко. 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 Похож на этот, на медовый массаж. Да. Только там, ну, не дергаешь. Тут еще же и массаж кожи, и он еще натуральный, он естественный. Никакой заразы тут химии, даже фруктоза тоже химия. Если она после вытяжки. Отдельно фруктозы не бывает. Она только в порошке вот. И она, кстати, очень дорогая. Некоторые, вот та же Ника условно, да, пишет, что лимонный сок. При лимонном соке и фруктозе цена пасты никогда не будет той ценой, которую продает, допустим, она, да, дешевой. Она будет гораздо дороже, эта паста. Потому что вот она фруктоза. Не потому что фруктоза дороже, а потому что фруктоза сама по себе дороже в 2-2,5 раза, чем сахар. А лимонный сок тоже дороже. Вот там надо вместо воды часть, ну какую-то часть лимонного сока. Он тоже дороже. Не получится. Написать-то можно все что угодно. Ну вот. Дело в том, что у нас ни одна паста не сертифицирована. Я же планировала здесь сделать. Так, вот тут жировик, похоже, который держит волосок. Ну, волоска нет, но жировик есть. Сделать сертификат. Расслабь ногу. Отдай. Расслабь. Вот так сделай. Так, как ты поверни. Ну, а ты расслабь, я сама поверну, как не надо. Стол, деревяшка. Не дам, не дам. Жадная на волосы. Жадная, хочешь оставить их себе все? Ой, ну не ножки, а сказка просто. Пол Франции перестреляется. Так, вот здесь вот еще можно достать. Потихоньку. Сильно не тянем. Поставила, паста тает, пальчики дают направление просто. Ну вот и хорошо, вот и все мы сделали. Спереди. Даже недолго. Даже паста прям... Ну вот сейчас попробую, если тебе бы сильно мягко, чуть-чуть поплотнее сделаю. А уже после этой пасты, уже на бикини мы берем на плотную, уже там будет тебе... Ха! Как будто ты это делал всю жизнь. Правда. Так, теперь ложи ножку. Да. Да. А теперь что мы делаем? Сейчас я вот сейчас вот так сюда тебе положу. Вот эта паста сейчас сама прям шикардесная. Сейчас, подожди, я до конца доделаю эту ногу. Ну, спереди. Угу. А, можно было бы потом, но мы сейчас сразу сделаем. Так, видно ее? С коленки просто вот это.
Теперь мы обрабатываем лосьоном после депиляции. Также я брызгаю. Мы в первую очередь снимаем липкий слой. На чемпионатах по депиляции всегда проверяют на липкость. Есть ли липкость после. Поэтому должны убрать всю липкость. Ну, естественно, обрабатывать все это. Если покраснение, раздражение, что все это убрать. У нее почти ничего нет. Ну, точечки есть красные. От чего эти точечки? Прорывается волосок. Волосок толще с луковицей. И он прорывает кожу. Естественно, остается красный пятна, потому что вырывается волосок. Плюс кожа повреждается. Так, выкидываем сюда. Подсушиваем слегка. Сухой тряпочкой протираем. И так. Да, можно какими-то там, может быть, сывороточки, там всякие штучки скользящие. Все это неплохо. Но тальк лучше всего. Он как раз убивает микробы, которые, если что-то где-то, он подсушивает кожу, затягивает поры, убирает отек, если он будет, убирает воспаление, покраснение. Он делает столько всего, что не сделает никакой крем, массы и всякая хрень. Самое необходимое. Можно потом слегка это так, чтобы штанишки одевать, если можно еще смахнуть. Все, спереди. И мы смотрим теперь, тальком посыпали. И смотрим, что там у нас косяки. Вот есть один. Это он? Это он. Конечно. И здесь, и здесь. Они есть, они останутся в любом случае на 100% идеально. Если так приглядываться, да, то у нас просто замечательно. Да. Мне прям нравится, что у нас так все получилось. Любаша, спасибо за ножки, которые вы нам предоставили. Я так переживала, что ножка не будет. Ну вот, если вот так трогать, да, ежики чувствуются. Но не, уже не те ежики. Так, все, ладно, сразу. Берем. Все. Шикарно. Да. Хорошенько, не жалеем. Да. Дома свою экономить будем, ее не надо. Хорошо. Коленочку тоже. Только в пасту желательно не брызгать. Ага. Так, и протираем сразу. Брызгаем и протираем. Так, перчатки не было у нас. Я пока пасту не убираю, я могла убрать, потому что мы сейчас будем где-то что-то поправить. А вдруг вы сейчас возьмете и как помазать? Щик, щик. Так, ну с той стороны можешь потом, да, или сейчас намажешь? Что-что? Сразу протереть можете, сразу, только да? Аккуратненько. Пасту не терпится. Сразу снизу немножко протираем. Угу. Угу. Все, хватит. Все? Да, молодец. Сразу так. Мусор. Теперь тальк, да? Тальк тоже потом протирать, да? Надо было сейчас насухо протереть, а потом уже... Угу. То есть подождать, пока подсохнет, и еще раз протереть. Вместо Софи палки у меня. Палка тоже есть. Так. Все, перчаткой же, да? Все, перчаткой можно. Можно салфеткой, ничего страшного. Ну, салфеткой можно просто лишнее убрать, потому что сильно много талька тоже не нужно. Угу. А, вы оттуда сможете потом волос, в смысле, убрать эту пасту себе на пальчики? Вот отсюда пасту берете себе на пальчики? А, брать и намазывать? В смысле? Использовать ее? Да, да, ее же, конечно. Угу. Лишнее смахните. Коленочку тоже. Работайте. Давайте я помогу вам просто. Сейчас она тут залетает. Резкость. Не забываем, что резкость нужна. Тут вот прям поскрабить надо ножки. Смотрите, я так вот ставлю сюда пасту. А вы сейчас пальчики туда ставьте на краешек. Угу. На первую часть. Вот сюда, да? Перпендикулярно пальцы делаем. Не тянем за пасту. Ногу натяжение. Так. Стоп, хватит. Приподнимаем. Не надо длинные дорожки сейчас пока делать. Угу. Два пальца. Два. Убрали лишние. Так. Не торопимся. Медленно. Резко поднимать не надо. Подальше. Отходим. И резко. Не торопимся. Не торопимся. Никаких суеты никакой не должно быть. Протянули. И чуть-чуть. Раз. Угу. Ага. Так, протянули. Нет. Стоп. Вот опять стала на этом же месте. Протянула и сорвала сразу. Нет, не протянула. Не протянула. Пальцами не надо вот так сковыривать, вся рука будет. И хорошо. Хорошо. Ну а куда же?
Нет, я имею в виду, я правильно делаю? Да. Туда? Волосы туда растут. Так, ты же видела, как я делаю? И раз. Всю не надо сдирать вверх, пасту. Опять надо бок туда, наверное, да? Параллельно поверхности кожи. Ножку чуть-чуть вот так. Кашка. Не надо. Как не привыкнешь. Не надо так поднимать пасту. Нет, стоп. Не надо этот палец использовать. Вот так вот сделаю. Вот так. Сейчас приклею. Сюда залазить высоко не надо. Я хотела ее снять. Нельзя. Снять только вот. Вот двумя пальцами об ногу. Друг об друга. Ты же понимаешь, что ты ее не снимешь. Ты же залепишь. Вот она у тебя липкая уже стала. У тебя чистые вот эти два пальца должны. Смотри. Спокойно. Не суетись. Не торопись. Той ручкой просто натяжение делаем. Натяжение. Смотри как. Поставили пасту. Пальцы не расшипериваем вместе. Вместе просто, да. Вот. Приподняла повыше. Не суетись. Накладывай медленно и плавно. Натяжение не забываем. Уже перемесили много раз эту пасту. Сейчас смотри как. Ставь вот до сюда уходи и сразу резко на меня. Не протянула. Нет. Ты медленно все делаешь. Вот это плавно. Резко. О. Молодец. А как он у тебя оказался здесь опять? Так, не меси пасту. Всё? Не месим пасту. Так, я хотела ее собрать. Как нет, собрать? Не надо собирать. Так, все. Да. Подожди, не торопись. Срывай ее. Верши первые пальцы вместе. Просто один чуть-чуть подогни, может быть, если он мешает тебе. Один длиннее. Выяснилось, да, как? Поэтому надо. Иди недалеко. Надо сейчас научиться. Давай, знаешь, что, уберу лишнюю пасту. Сильно много. Подожди, подожди. Не торопись. Срывать надо резко. Наносим медленно. Вам не больно? Конечно, и больно. Она уже умирает от боли просто. Резко. Вот я движение не могу. Ну ничего, ничего. Убери пальцы лишние. Убери два пальца. Два пальца. Я на одном месте, мне кажется, много раз. Не надо столько. А зачем ты опять туда тянешь далеко? Далеко зачем? Если ты потянула, сразу срывай. Смотри, как ты срываешь. С пастой. Нельзя. Не сорвешь ты отсюда. Все. Нельзя с пасты срывать. Отпусти руки. Подними. Значит, кучку, я кучку собери. Все. Смотри сюда. Еще раз давай. Все нормально. Вот отсюда не срывается паста. Ты чуть-чуть вот сделала, и опять она отсюда не срывается. Ты делаешь больно клиенту. Срывает, отошла сюда и сразу. Отошла сюда и сразу. И смотри ее как чуть повыше, и вот так. Не тяни пальцами не вот так назад эту пасту, чтобы сорвать. Ты ее не сорвешь никогда. Ты ее должна чуть-чуть приподнять. Ну, не вверх только, конечно же. Вбок. Сейчас ты залипла уже сюда, что мне самой сложно будет. Здесь только резкие движения, очень сильные движения. Чтобы пасту сорвать, аж запыхаться можно. Давай начнем вот сюда, не лезь. Начнем вот с середочки. Вот здесь уже. Смотри, как красно, видишь? Ты когда дергаешь, у тебя начинается вот это кровообращение. Вот стульчик я тебе дам. Пальцы держи вот так два. Научишься два, потом вот сильно. Так, как пистолет. Дыши, застрелись. Стоп. Маленькие две дорожки. Вот смотри, это, как, она смотри, тянется. Даже видно по пасте, как ты ее вот так вот чпок подняла. Прошлась еще разок. Стоп, валик делай. Валик это как? По бокам, вот, посередине, с трех сторон у тебя колея. А, чтоб колея. Колея. Далеко не уходи. Смотри, тянешь опять. Ты тянешь вот так, и ногу ей тянешь. Не надо, поднимаешь. Вот, молодец. Теперь отходи. Натяжение кожи обязательно, бусиняк. Дальше, убери руку. Отошла чуть дальше и резко. Ух ты. Тихо. Пальцы. Ух ты, как получилось. Пальцы убери свои, отломай. Простите. Смотри, потянулась колбаса? Мне понравилось. Я поняла, что ты отвлеклась. Меня сорвало, видели? Так, спокойно, девочки. Так, смотри. Когда паста вот так висит у тебя колбасой, да? Ты вот висит такая, ты ее раз сразу и собрала в кучку. Все, давай. И раз. Палец убрала. Выкидываю, стоп, да? Все, собрала пасту. Не надо никаких, я уже сама в тебе вся липну. Все, ищи, где есть волоски. Вот тут поставь, вот, еще есть. Вот тут поставь и маленькую, приведи маленькие. Вот. Ты только не пальчиками вот так делай, а всей рукой старайся, всей рукой. Учись срыв делать. Будешь наносить вот так локоток вперед. И срывать ты будешь всем локтем. Давай. Молодец. Фух. Молодец. Главное поймать ту волну. Срывательную. Срывательную волну поймать. Короче, мешает. Опа. Только смотри. Стоп, опа. Стой. Не торопись. Где паста, смотри, залипла все. Бери пальцы лишние. Вот так делаешь. Медленно, где нет волос, медленно поставила и стягиваешь. Медленно. Потому что больно, когда паста даже кожу тянет. Все, поднимай, разворачивай пальчики. Теперь проходись и срывай резко. Смотри, чем длиннее полоски ты делаешь, тем у тебя будет залипать вот здесь все время. Ну не делай с одного раза.
Сделай с двух раз. Да? Ну, конечно же. Смотри, она у тебя опять вся здесь. Всё. Убери пальцы. Пробуем. Сейчас завяжу. Все, потихоньку. Когда паста тянется, это больно. Больно, да? Не надо, конечно, это больно. Ну, мы тебе делали что, покраснение. Мне понравилось. Ну, я не говорю, ей тоже, может, она кайфует. Но ты должна делать, не всем это нравится. Смотри, смотри, что ты делаешь. Стоять. Стоп. Стоп. Нет? Смотри, как ты делаешь. Вот так. Вот у тебя пальчики вот как играет. Ты вот так намазываешь, и вот так это. Где у тебя сила? У тебя должна быть прямые пальцы, у тебя всей рукой ты должна, всей рукой срывать, всей. Пальцами вот так вот, согну и разогну, а так не пойдет. Так не выдержишь просто. Не выдержишь. Сила должна быть, пальцы должны быть ровно, перпендикулярно, вот. Сделай в два раза. Чуть-чуть раз, чуть-чуть два. Раз. Нет, все равно все она. Ну, смотри, у тебя она вся только залипает. Только из-за того, что она сюда закидывает. Не надо всю пасту срывать. Не надо длинные дорожки делать. Делай покороче. Не торопись. Смотри, что ты делаешь сейчас. Стоп. Стоп, стоп. Опять не то. Стоп, не то. Смотри. Ты берешь вот так ее мажешь. Вот. Ты месишь. Где валик? Где все остальное? Поставила пальчики. Медленно протянула. Движение медленное, как в замедленной съемке. Так как она уже намешанная несколько раз, уже хватит ее. Протянула опять. И раз. У тебя вот осталось чуть-чуть. Возьми еще и сразу сорви это все разом. Не надо месить ничего. Да, делай вот это. Два пальчика только. Перпендикулярно. Да. Не делай длинный. Опять сверху ты гладишь. Зачем ты сверху гладишь пасту? Ты должна ее придавливать. Ты должна ее растворять между кожей клиента. Убери пальцы. Между кожей и делать валик. Вот. Срывай. Отходи чуть дальше и срывай сразу. И нет, нету силы. Ты просто ее гладишь, делаешь ей больно сейчас. Ты ей делаешь больно? Да не надо вот, не надо вот так вот делать. Вот ты вот так вот пальцы, вот ты делаешь пальцы. Вся рука херачит в полный рост вот так быстро. Я тебе сейчас не уронишь лампу. Ага. Смотри, Галя, стоять. Это вот эта клиентка толстокожая, может быть. Может, ей не больно. А появится вот другая, которая... Ты что мне делаешь? Ты что, я... Да пошла ты, не приду, я тебе быстро срываю, пошла домой. Смотри, ты должна делать, во-первых, не больно клиенту. Ты должна работать всей рукой. Всей рукой. Давай я вот еще покажу тебе, посмотри. Смотри, где у нас кисть. Стык-стык. Вот тут побрала, допустим, да? Вот тут делаешь. Делаешь маленькие дорожки. Поставила пальчики перпендикулярно поверхности кожи. Образовался валик. Катишь медленно. По пасту гладить не надо. Ты давишь ее. Ты взаимодействуешь с кожей клиента. Надавила, ты волосок должна расставить так пасту, чтобы он проник волосок туда. Валик, смотри, видишь? Uh-huh. Еще раз, подняла пасту, поставила. Отошла чуть дальше, перед срывом отошла дальше. И резко, раз, поставила на краешек. Делаешь все медленно. Только срыв резкий, все. Вот тут я из-за лампы не могу. А ты можешь делать резче. Ты должна делать резко. Смотри, как ты делаешь. Ты гладишь ее. Смотри, погладила сверху пасту, да? Погладила. И отсюда начинаешь. Откуда ты не отсюда. Не будет, ты начинаешь вот так ее делать. Вот раз, видишь, ты сделала вот так, она тебе наверх закрылась. Медленно там, где нету. Ты еще вот так делаешь, смотри. С этими моими пальцами, как ты делаешь. Угу. Ты хочешь ее так сорвать. Разгибая пальцы, ты хочешь ее сорвать вот так. Вот так. Пальцы ровно, перпендикулярно. Вот у тебя локоть вперед, смотри, у тебя пальцы прям вот загребают этот волосок. Приподнимают они его, вот. И раз, и два. Откидывай сильно. А будет паста, ты на ногах должна еще мягче пасты делать. На. Еще мягче пасты должна делать, чтобы быстрее. Потому что долго ты устанет спина у тебя. Ты проклянешь этого клиента волосатого. Натяжение кожи обязательно. Натяжение кожи, да. Резко. Чтобы сорвать, надо оттянуть дальше пасту. Не торопись. Опять протянула. На краешек поставила. Протянула. И еще раз. Резко. Пальцы не сгибай. Выпрями ровно. Вот. Я понимаю, что я где-то ору. Нет. Не-не-не. Резко. Резко. Все ошибаются, Галя. Все делают неправильно. Нет. Пальцы перпендикулярно. Вот. Вот. Давай. Поэтому нам нужна нога не с двумя... Не, нельзя так делать, нельзя! Галя, когда ты вот так делаешь, это больно. У тебя может быть синяк. У клиента может быть синяк, а не у тебя. А потом может, и у меня потом, да. Ну да, выпрямит резко ногу или коленку. Да, резко. Так, еще раз. И резко всю. Да блин, ты далеко не веди, если ты там уже сорвала. Зачем далеко ведешь? А, не-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 не. Так.
Дашка, не жарко тебе? Мне? Угу. Нет. Ну ладно. Ну, напряжение. Напряжение есть. Давай, Майя, ты должна отработать. Смотри, вот так дергать нельзя, только параллельно. Остался кусок пасты у тебя. Ты не должна вот так его снять. Ты должна протянуть и параллельно. Протянуть и параллельно. Не будет тогда ни больно, ни синяк. Не торопись только. Натягивай медленно. Еще колено сломаю. Да что ж такое колено? Так, нет, ты с пасты срываешь, поэтому не получается у тебя. Еще поставила, пальцы убрала. Два. Всей рукой. Опять смотри, как ты делаешь. Вот. Вот, ты кистью сделай. Mm. Галя, всей рукой надо. Ты хочешь быть профессиональным мастером? Ну, наверное, да. Ты хочешь быть, как я? Что-то волк. С волосами не совладать, что ли? Тренируйся. Только тренировки. Не тренировки даже, а как? Почему? Пальцы убери. Ты, зачем ты ее месишь туда-сюда? Галя, ты ничего не должна с ней делать пастой. Я вот ее... Нету валика. Ты гладишь опять пасту. Ты просто гладишь. Зачем ты ее гладишь вообще сверху, я не пойму. Ее не надо гладить. Нет. Потому что ты не протянула. Не торопись. Главное, суетиться не надо. Делай медленно все, Галь. Медленно. Валик. Приподнимай пасту. Повыше. Вот. Вот. Давай с тобой вместе будем делать. Параллельно. Ты будешь просто повторять за мной все. А как вот мне ее снимать? Два пальца. Натяжение вот здесь. Ну, ты должна уметь делать всегда натяжение, потому что у тебя бикини, там без натяжения вообще нельзя никак. Два пальчика, смотри, поставила. Придавила. Спокойно. Угу. Отходишь дальше и резко. Вот. Придавила. Не поднимай вверх никогда ее. Придавила параллельно, срывай резко. Не надо вверх ее тянуть. Вообще никогда не надо вверх ее тянуть. Смотри, стоп. Давай, стоп. Да. Смотри, я делаю здесь, а ты делай вот здесь, условно, да? Ногу убери, вот эту нам уже не нужна. Помучили уже. Салфетки нам пригодятся. Смотри, я делаю где? Вот тут я делаю, а ты вот тут рядышком. Ставь вместе со мной. Давай. Выпрямись. Надави. Да просто так по полоску проведем. Не смотри, где волосы. Смотри просто, смотри. Два пальца поставили. Медленно катимся. Валик. Медленно калится. Теперь, стоп. Приподнимаем вверх. Повторяй за мной. Ставим опять. Опять катимся. Давай два раза. Этот раз сейчас мы уходим чуть дальше и сразу срываем. Половинку. Молодец. Ставим, и опять все. Вот, почти получилось. Ты поставила и опять тянешь вверх. Смотри, ты ставишь, если то сразу параллельно. Вот так надо, да? Ты отойди дальше и сразу срывай. Вот. Вот. Я не плачу. Она же тоже не классная. На музыку не хватает. Так, неважно, срывала нет, нам надо научиться сейчас делать срыв, понимаешь? Потом мы уже будем срывать эти ноги, руки, хвост. Поставила, вот тут вот, мало, я одним прям пальчиком, смотри, я подогнула один, да? Но валик нужен, смотри, я придавливаю на ногу. Медленно я делаю, я придавливаю опять. Протянула, раз, все, в кучку раз ее, параллельно. Один волосок остался, я локально, раз. Протянула, параллельно, все, собрала в кучку. Вот так кучку собрала. Только не пасту снимать надо, а так. Ну давай. Ну вот здесь вот можно. Давай, помыть. Давай, я вот тут уберу чуть-чуть, чтобы меньше было. Хотя, чем больше, тем лучше. И поэтому у нас первый день одна нога. Ну вот мы сегодня еще руки сделаем. И вот попробуешь потом на руках. Я почему взяла такие ноги? Чтоб ты. Это длинная? Можно еще длиннее. Ты можешь растянуть пасту по всей длине, сколько ее хватит. Перед срывом отходишь назад и сразу срываешь. Вот. Отходишь, протягиваешь и срываешь. Молодец. Юху! Так, блин, зря я это сказала. Дальше отходишь. Подожди, ты не отходишь дальше. Да. Резко, всей рукой, локоток вперед. Не торопись. Ух ты. Не торопись. Понесло, что-то. Куда ты торопишься? Не надо торопиться. Оно само будет быстро все делаться, если ты не будешь... Пальцы убери, другие. Вот. Резко. Перпендикулярно поверхности кожи. Если еще разок, то дальше отходить надо. Кончик. Сразу. Ты зачем так далеко отходишь? Ты отходишь назад, только чтобы протянуть с холодного места, сорвать. Вот ты тут уже сорвала. Зачем ты опять далеко уходишь? Вот так чуть-чуть, да? Надо? Да. Потому что ты тут встала и медленно сказала вот так. А теперь да, а теперь нет. Ага. Не меси много раз. Она у тебя, знаешь, как сейчас каша. Она у тебя не будет работать, если так будешь долго месить. Протянула чуть-чуть и сорвала. Много пасты, да? Торопишься, ты суетишься. Я вижу, как ты суетишься. Спокойно. Расслабься. Можно делать все медленно и сделать очень быстро работу.
Опять зачем здесь прошлась? Или там волосы? Нет. Во-первых, смотри, ты вот... Ты ей хочешь делать больно. Сделай мне больно. Сделай мне больно. Ты мазохистка? Нет. А ты садистка? Это я, наверное, мазохистка. А ты садистка? Если ты это терпишь, значит, ты садистка. А если ты это делаешь, значит, ты... А наоборот. Получает удовольствие, когда я делаю садистку. А, так ты садистка? Да, я получаю. А ты мазохистка? А, да. Ну, извините, перепутала, да. Все, я поняла, да. Стираем же, да? Ну, протираем салфеткой вообще-то. Мы стираем салфетку. Не надо, да? Нет. Это у нас не хакислот. Так, волоски есть. Теперь мы все это... Так, еще на раз надо высушить, да? Просто протерла. Так, это салфетки, да? Салфетки, салфетки, да. Кончились, да? Надо сразу нарывать побольше, просто, чтобы это... А тут у меня еще что-то крылые. Так, протерли. Присыпали тальк. Так, ты протерла уже? Не присыпала. Ну, уже высохло все. Сильно много не надо, намыли. Так, теперь смотри, здесь у нас волоски растут, смотри куда. Вот так. Вот так растут. Вот. Теперь мы делаем здесь, смотри как. Сколько здесь мы убрали? Вот мы убрали, да? Вот отсюда. Смотри, вот так. Я сейчас сразу сделаю побольше, чтобы побыстрее. Можешь просто полосочками делать, не срывать. Только надо срывать вот сюда, потом сюда. Сзади больнее, да, чем спереди? Да. Просто у тебя, может, волос больше здесь. А, может. А, ну, здесь подлиннее. Здесь подлиннее, здесь она ей неудобно было брить. Поэтому, наверное, волосок просто тянется, может быть. Ну, вот тут вот это место просто более чувствительное. Протянула одну. Раз. Мне получается тоже вот сюда и вот отсюда. Да, надо. Да. Нет, сюда надо срывать. Сюда срывать. Вот. Наносишь сюда, срываешь сюда по росту. Угу. Натяжение вот сюда. Поставила. На себя намазываешь. Медленно. Медленно, чтобы паста пропиталась. Проникла хорошо, подтаяла. И от себя. Длинные хорошо зацепляются, сразу выходят. Сейчас вот на руках у нее попробую. Вообще будет хорошо, смотри. Одну полосу делаешь двумя пальцами своими. Одну полосу. Вот. Потому что волосок растет сюда. Можно, конечно, и туда сорвать, но лучше делать это по росту. Когда мало срывается, значит, я слегка дернула, не так сильно. Если хорошо сорвалось, значит, хороший у меня срыв получился. Здесь немножко скосок идет волосков. Вот. Делаем так, как растет волос. Против роста накладываем, по росту срываем. Параллельно поверхности кожи. Все пятачки вот эти остались, пусть лежат лучше. Потом медленно накладываем. Срываем резко, но не торопимся никуда. Только срыв резкий. Никаких скоростных рекордов. Бикини 5 минут. Не должно быть так. Ничего быстро не делается. Здесь паста должна проникнуть хорошо. Подтаять. Я смотрю рост волос. Я смотрю, как мне удобно их сорвать. Так. Тут косички заметила сразу. Тут волосок. Тут волосок. И тут вообще два волоска вместе. Ну вот и все. Раздвай, готово. Не все готово, конечно. Мы смотрим, проверяем. Да что ты будешь делать? Издеваетесь, что ли? А? Не торопись, накладывай медленно.
Даже если она мягкая, медленно накладывай. Молодец. Молодец. Так. И еще разок. Пусть оно... Вверх нельзя. Вверх нельзя, будет синяк, да. Так, смотри. Салфеткой. Салфеткой. Это протирать салфеткой? Конечно. Я думала, сначала втереть надо. Нет, стирать мы будем только ахакислоты, которые размягчают орвеевшие клетки. Они должны минутку побыть, чтобы размягчиться. А это нет, это просто протираем. Все записано, все есть. Что, зачем? В процессе все подробности, естественно, все есть. Переживает, там даже больше, чем надо, мне там разжевано, все. И так, сейчас еще люблю торт. Так, все. Давай, давай, мне хорошо. Так, чай. Ой, перчатки не теперь есть. Как я выглядела перчатки. Счастье, счастье приварила. Сейчас по городу нигде масок нету, да? Вообще кошмар. Масок? Да. Это из-за вируса. Все как больные, мне кажется, сейчас покупали. Вчера он вечером смотрел. Кто-то наживется на этом просто. Ну, естественно, конечно, неплохо. На любой войне это люди как он наживается. То, что там, а тут. Тем более, то, что доллар уже нажился, сволочь. Доллар поднялся как-то. Ну, не сильно, но поднялся. Они как раз подруги из Германии деньги прислали. Там родственники на рождение. И такая, давай еще не будем снимать. Давай еще пока подождем. А нет, мне не нужны. Ну, ладно. Это трава была, бля, там и выкинула уже, запах остался сразу. Так, 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 так. Ну, вроде все. Молодец. Так, молодец. Все хорошо. Слава лосатая, ну слава лысая. Да. Ну, еще не совсем лысая, но все-таки. Умывальник, он где-то там? У меня в том кабинете было, а здесь у меня есть. Да, сейчас. Ты хотела руки помыть? Нет, просто вот так осталось. Сейчас я вот с салфеткой. Ну, салфетки же вон лежат. Брызгал, то побрызгай. Ну, нет, вот обычно там вот прямо. Нет, да, чтобы вымывали, да? Да, очень желательно. У меня было там очень удобно. И пасту я замачивала. Где были руки? Фабрика 8 марта. А, ты там вообще у меня там кабинет было. Ну, я работала там, клиенты мне ходили. Я переехала ближе, потому что я в Трамбладаре, то неудобно с пересадкой. А здесь клиенты. Я вас там искала. Да? Снимите это немедленно. Что, все, сразу исправилась, да? Нет, все пальцы, все пятерню вот так задействовала. Артистка. И, короче, начали мы делать... Нормально? Да нормально, ржет, видишь, плакала бы. Может, слезы там есть сквозь смех. И она потом делает мне на ноге. И вот так вверх срывает пасту вверх. У меня вот тут синяков было, знаешь, такой точек красных. Прям такие розовые пятачки и вот красные, аж бордовые. Я ей говорю, вы делаете больно. Так не надо делать. Ну хорошо, что она на мне делала. Я думаю, я бы ей не дала никому больше делать. А, что-то ты разъехалась в разные стороны. Надо, что-то надо сделать. Поставь пальцы перпендикулярно. Убери остальные пальцы. Протяни валик. Вот. И разрезка. Всей рукой. Куда ты торопишься намазываешь? Намазываем мы медленно. Ты тянешь... Вот. Молодец. Что сорвала. Что такое в этом молодец? Ничего, давай. Все с чего-то начинали. Да. В итоге синяков наделала, всего там капец вообще. Ничего не поняла она вообще, что мы делали. Я ей говорю, срывайте перпендикулярно. Беру ее руку, показываю, перпендикулярно. Перпендикулярно. Она берет меня так вверх, а я сижу, снимаю оттуда. Ну, сижу и ноги свои снимаю. И я, у меня момент попался, что я вот так, видно, что вот так ровно-ровно вверх, вот такой кусок пасты. Вот она его вот так вверх раз, как будто специально, она мне хочет сделать больно. Ну, я понимаю, не получается у нее. И я говорю ей, говорю, ты знаешь, мне кажется, мы просто тупо продали сертификат и все. И она сейчас придет где-нибудь в другом месте и скажет, ей скажет, кто тебя так научил? Она скажет, а вот я там училась, вот здесь вот. Нет, это, конечно, ерунда все, но надо, чтобы вы умели это делать профессионально. Вы придете в салон, придете еще куда-нибудь, надо, чтобы вы умели это делать, чтобы не было стыдно мне за вас, за всех. Ну, это тоже другой вопрос. Похаяли, ладно, забыли. Но дело в том, что вы можете делать клиенту больно, неправильно. Так, клиент может вас... Вот это, да? Угу. Так, все продепилировали, частенько все. Вашу уже тоже нужно? Немножко. Да. Мою ногу тоже сделай. А потом Любину ногу.